Премия Муз-ТВ – это вещь очень модная, поэтому неудивительно, что сюда пожаловали дизайнеры. Я приветствую российского дизайнера Тоню Шаповалову. Сейчас мы узнаем, что происходит в мире моды, что в трендах сейчас. Итак, дорогие друзья, дизайнер Тоня Шаповалова. Не хочет пока выходить из машины. Надежная машина. Двери открываются не сразу. Рвите. По-моему, это Рома Желудь. А вы... И вы тоже не Тоня Шаповалова. Я знаю, что вы Габриэла. Дорогие друзья, вот как выглядит Тоня Шаповалова. Она состоит из Ромы Желудя, певицы Габриэлы из Бразилии и Ирины Ортман. Видимо, Тоня Шаповалова подъедет чуть позже. Она, наверное, и наряжала эту троицу. Ну, звезда интернета. Рома, ты впервые на премии Муз-ТВ? Да, я очень рад, счастлив здесь находиться. Я поздравляю премию. Вам уже 10 лет. Скажи, ты только что записал песню, клип. Это был первый твой клип. Вот «Лайк» он называется, да? Да, это такая простая песенка про сложную подростковую жизнь. Хорошо. А где вы познакомились все втроем, Габриэла? Она, я знаю давно, Ира. Она, я знаю давно, это Ира, да. А, Ира, я давно знаю, он сегодня познакомился. Ага, замечательно. Ну что ж, добро пожаловать на юбилейную 10-ю премию Муз-ТВ. Ирина Ортман, Габриэла и Рома Желудь.